Кайвалла наракая те ти даса пуру акаса пуспая те дуддан тендрио кало сарапа патали пратхато дангстая те бидхиб махиндаддишча китая те вишам пурно сукая те жат коруна катакша баива батам тангоуро мевастхумо. Кайвалла наракая те ти даса пуру акаса пуспая те дуддан тендрио кало сарапа патали пратхато дангстая те Бидхи махандаддишча китаяте, вишампурна сукхаяте, ят коруна катакша байвабатам, тангоура мева стумаху. Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, if you at all, Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если вы вообще развили сабанту гьяну, то в этом случае вы увидите, что если кто-то оскорбляет какого-то вайшнава, если вы не гневаетесь на такое явление, если вы не возражаете, то вы не можете сохранить ваше бхакти, вы его потеряете. Когда один вайшнав оскорблен кем-то, или кто-то критикует этого вайшнава, то в этом случае, если вы ничего не говорите, не противодействуете, то в этом случае проблема в вашей жизни может начаться, вы можете потерять бхакти. Из Шримад Бхагавата Махапурана я могу привести пример. Я могу говорить о многих вещах, но времени на все не хватит. И вот Шримад Бхагавата можно вспомнить Шанкар Бхагаван и Дакша Праджапати. Шанкар Бхагаван, Парамахамса Вайшнав. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Тот, кто Парамахамса, тот, кто Джагадгуру, кто вайшнав, это все то же самое. Вайшнав не Парамахамса, не может быть такого. Вайшнав в абсолютной совершенной форме, он Парамахамса. Конечно, есть Мадхьяма, Адхикари и другие, но подлинный абсолютный вайшнав, он несомненно, Парамахамса. И вот он не может иметь никакого гнева на кого-то, но все же Праджапати Дакша, он начал спорить с Шанкар Бхагаваном. Он нашел какие-то недостатки в Шанкаре. И вот Дакша Праджапати нашел какие-то недостатки в Шанкар Бхагаване, что делает то и то. Глаза у него, как у обезьяны, живет в крематориях, вести себя не умеет, и чистоту не поддерживает. И к такому сожалению, он является мужем моей прекрасной дочери. И вот он оскорбил Шиву всячески. И таким образом и также этот Дакша никогда не приглашал его. Хотя внешне эти связи, как вот эти родственные связи, не вечны. И вот эти все связи, они все временные. Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не говорил, что Шрила Прабхупад Бимала Прасад его сын. Или вы никогда ни единого примера не найдете, что Шрила Прабхупад говорил, что Шрила Бхактивинода Тхакур его отец. Но это обычно люди только говорят. Но смотрите, Дакша Праджапати, он способен. Значит, Дакша Праджапати, значит, способный. Дакша Праджапати, значит, способен к чему? К различным материальным вещам, материальным наслаждениям, материальным приобретениям и потерям, и всем, и способным во всех прочих материальных аспектах. И вот эта Дакша,
английском буквально значит способный, квалифицированный, но он способен именно к всяким материальным вещам. И вот он думал, что Шанкар Бхагаван его взять, и поэтому должен выражать почтение ему, а не наоборот. И в итоге Шанкар Бхагаван ни на что не ответил, и он оставил это тело и ушел. И с тех пор... И в итоге их отношения окончательно испортились. Но имеется в виду отношение Дакши к Шанкару, а Шанкар Шива, он был беспристрастен, поэтому не обижался на его выходки. И вот однажды собралась эта Брихаспати Ягья, весь мир был приглашен, даже Гандхарва, полубоги и все, кроме Шанкара, поскольку эта Дакша думала, что он бесполезен. Но это жена Шанкара Парвати, она просила Шанкара Бхагавана: «Можешь ли ты позволить мне? Я хочу посетить это собрание». И вот она просила его. Шанкар никак не отвечал, поскольку Шанкар Бхагаван мог увидеть прежнее, настоящее будущее. Но его жена снова и снова просила, и когда Шанкар Бхагаван ничего не ответил, Шанкар Бхагаван сказал, что он не пригласил меня, но ничего подробного не сказал, просто сказал, что меня не пригласили, зачем идти. И Парвати Деви, Сати Деви, она говорит: не без приглашения можно приходить в дом друга, в дом отца, в дом гуру без разрешения. И Шанкар Бхагаван сказал: да, ты права. Но опять же, если отношения хорошие. Если таких отношений нет, одна ненависть, то поэтому лучше не ходить. Я, конечно, его, нет у меня неприязни к нему, но у него есть это неприязнь ко мне, и как я туда пойду. И вот Сати Деви, она была, разгневалась, что настолько, что... Looking at Shankar Bhagavan with a heavy mood and speaking, и вот она начала смотреть на Шанкара с недовольством and speaking, и сказала, что я все равно должна идти, поскольку это ягья организована моим отцом, все мои сестры и прочие родственники там. Я хочу встретиться с ними. Я мать отца не видела уже столько лет. И Шанкар Бхагаван сказал: что если ты поймешь, если ты пойдешь, нарушив мои наставления, то... И вот он сказал: если ты нарушишь Devi, мои наставления, о Деви, и в общем, ничего хорошего не будет, если ты нарушишь мои наставления. Он сказал, что никакого блага от этого не получится. И после этого вы уже знаете. Деви пошла туда, что случилось, вы знаете, я не хочу подробно рассказывать. И вот второе, о чем я хочу сказать, это очень важное. Когда Деви Майя, когда Сати Деви пошла туда и обнаружила, что все против Шанкара Бхагавана, и когда Сати Деви достигла дома отца, то она увидела, что все стало хуже. И сама ягья, на этой самой ягье не было
ничего, не было доли для Шанкара. Яги происходило, но Шанкар Бхагаван не получил своей доли. Без этого яги невозможно. И вот Двадаш яги не может быть без того, чтобы предложить что-то Шанкару. И вот она пришла, но отец даже не посмотрел на нее, и она почувствовала себя оскорбленной. И в итоге, когда она почувствовала себя очень так плохо, оскорбленно, и перед отцом она сказала, что Шанкар Бхагаван, его имя Шанкар, а Мангал значит Шива, значит самое благоприятное. И ты только единственный, кто находит в Шанкаре что-то неблагоприятное. Так много вещей я могу сказать об этом, но времени мало. И после этого Сати сказала, я не хочу иметь никакой связи с тобой, поскольку это тело, пока у меня есть это тело, Шанкар, мой муж, может назвать меня Дакшаяни, то есть там, дочь Дакши, а я хочу избавиться от всякой связи с тобой. И пока у меня есть тело, произошедшее твоего тела, то меня будут называть Дакшаяни. И вот она совершила чаман, села в йогическую асану, но перед этим через процедуру йоги она так оставила тело, она пошла в медитацию и сожгла свое тело в йогическом огне. И вот огонь так возник и сжег ее. Но перед тем, как оставить свое тело, Сати Деви, она сказала, то, что те, кто оскорбляет Вайшнаву, мы должны отрезать язык того человека. И вот те, кто оскорбляет Вайшнавов, мы должны... То есть тот человек, который может, он должен отрезать язык того человека. Если невозможно, ну, если может, а если не может, то просто уйти. Или должным образом ответить на этому оскорбителю. И вот сейчас я начал с шлоки, которую могу объяснить, и потом я могу доказать, что та же самая лила, которая случилась в Прошутам Даме, я могу ответить. Первая та шлока, я хочу объяснить ее. Кайвали значит мукти. И вот кайвалья мукти, значит, если Бхагаван хочет дать им это мукти, Брахма Ади Шанкара, то можно думать, что это мукти подобно этому аду. Тридаша пур значит акаша пушпаете, тридаш пура. Тридаша пур эти небеса, даже Брахмапад, можно думать, тоже подумать, что это бесполезно. Все органы чувств, они сравниваются с ядовитой змеей, которая всегда нас кусает, и мы чувствуем вожделение, кротку лобху все время. И Кайвалья, вот эта шлока, которую Махарадж произносит, и вот эти слова значат, что наши органы чувств, они очень опасны. Индрия, дурданта, значит
ужасное, которое вне нашего контроля. И эти органы чувств, они могут быть под нашим контролем, как змея, которая лишилась своих ядовитых этих зубов. И если у змеи вырвать ядовитые зубы, то можно играть с ней, и ничего плохого не произойдет. Акашпушпа значит на бенгали, на санскрите кхепушпа. Этот цветок не может быть в каком-то пространстве. Я имею в виду, это цветок не может быть в каком-то в непонятном пространстве. Бенгальская какая-то поговорка. И вот на санскритской или бенгальской грамматике говорится, что если что-то бесполезное может сравниваться вот с этими вещами. Ну, в общем, сравнивается с какими-то невозможными вещами, чье существование невозможно, в принципе. It is just like useless thing, which is, you know, mentally concocted. This. And after that, I already speak. И после этого я же сказал. Все ваши органы чувств могут быть с вами. Вы тот же человек, те же органы чувств, они с вами, но услышав харикатху от того великого источника, о Гуранге, вы можете почувствовать, что как эти змеи, они еще есть, но эти змеи, они подобны тем змеям, у которых удалили ядовитые зубы, и в этом случае эти змеи уже безопасны. И Vidhi Mahendra Dishya Kitayati. Vidhi Mahendra Dishya. Vidhi means Brahmapad, Mahendra means Sargapad, Tidasapur means Tidasapur. Здесь же слово Тридашапур значит 14 миров. Если мы обретем способность контролировать все эти 14 миров, Дуддантендрия Кала Сарпапатили Пратхата Данстрайати, Vidhim Mahendra Dishya Kitayate. Mahendra means Indra, that the chair of Indra. Или если мы займем пост Индры. Vishwam Purna Sukhayate. Whole world. Весь мир, если кто-то оскорбляет нас, или критикует, или не принимает, то Because in that case he is in such a stage that whole Vishwa. В общем, тот человек, который находится на возвышенном уровне сознания, то если у него есть чистая бхакти внутри сердца, то он видит мир полный блаженства. И даже если есть какой-то яд, политика, критика его, то это не задевает сердце такого преданного. И таким образом вот это слово, санскритское слово, и благодаря влиянию его милости, и эта милость Вайбав может поместить меня в такое какое-то положение, в котором никакие беспокойства и прочие влияния, которые оказывают эти гуны материальной природы на обусловленную душу, они не будут никоим образом влиять. И вот я начал с этой шлоки, и есть причина. Читание Махапрабху, он достиг Пуршоттам Дхамы, и вот начало, лила началось.
И особенность нашей лекции в том, чтобы найти великолепные лилы Бхагавана, которые могут нас научить чему-то, благодаря чему мы сможем построить, улучшить нашу духовную жизнь. И вот Шринивас Ачарья пишет, и Вриндаванас Такур Махашва, и Кришнадас Кавираджа Госвами, они описывают лилы Гауранги. И вот Сачайтанья кингме пунарупидисвария сватипадам. You heard, na? You hear, na? И вот вы слышали уже. Савактебхьо судьям. Савактебхьо. Савак in Sanskrit. На санскрите все окончания и third person, first, second person also be telling. Они должны быть гармоничны. Если вы совершите ошибку, то смысл предложения полностью изменится или нарушится. И вот эти слова, значит, ради преданных, которые совершают баджан гуранги, для них шудьям, значит, чистая практика преданности, чтобы научить нас чистой практике преданности Махапрабху. Показывает своим поведением на каждый шаг, на каждом шагу своих лил он показывает нам, что и как, и когда мы должны делать. Он делает все для того, чтобы дать нам идеальный пример, чтобы преданные могли построить, создать свой идеальный духовный характер. Ниджа баджана мудрам, все сокровенные вещи, баджана мудрам, мудра, что такое баджана мудра, вот такая мудра, что она значит, это гьяна мудра. Есть много различных мудр, вот это мудра, что значит, не все знают. So many mudra. You cannot even imagine. All mudra has some special meaning. Все у мудр, у каждой мудры различные эти значения. И вот эта курма мудра во время арчаны используется и прочее. Воду вот, призывать святые реки, вот такое мудро надо, держа пальцы соответствующим образом. И вот Бхагаван, он хочет дать наставление нам о том, как он сам совершает свой баджан. Вы никогда не слышали такого слова. Только вы должны прийти к Шили Сиддхартха Госвами Махараджу, Шили Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати, Шили Кешава Госвами Махараджу и прочим великим Гаудия ученым. И вот Свабаджан, Бхагаван, он лишь показывает нам своим собственным примером баджан. Вишеш баджан, Раг мудра, и причина, по которой он пришел, по которой он явил нам, что и как делать, чтобы обрести Кришна Прему. И таким образом, смотрите, Ниджа Баджана Мудрам Упаниша всегда. So, Savajan, Vivajan, Prayajan, Avatari, Gaur Hari. Always going to meet. И вот Гуру Хари всегда, он, он исполняет наши потребности, но наши потребности иногда очень скверны, поскольку мы находимся в Майе, но относительно духовных потребностей они могут все это исполнить. Но главная проблема, что мы, будучи в обусловленном состоянии, даже не понимаем Гуру Таттвы. Вчера я говорил, не поняв Гуру Таттвы,
Если мы будем бегать здесь и там, то это станет причиной нашей обусловленности, поскольку мы не знаем, что все. Например, смотрю вот на эту вещь, я должен видеть ее через Гуру Татву, и тогда я пойму подлинное значение этой вещи, все вещи, вся суть Бхаджана в том, что все мы должны связать с Кришной Бхаджаном. Даже есть какая-то матаджа, вы не можете сказать, о матаджи, уходите прочь отсюда. Нет, почему? Матаджи тоже мы должны связать ее. Мы должны связать эту матаджи с Кришна Бхаджаном. Если у вас есть вожделение, то вы гневаетесь. Брахмачарья не значит, что нужно выгонять всех матаджи. Нет, брахмачарья значит, вы должны контролировать свои органы чувств, и ваш ум и сердце должны вращаться вокруг лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, а не то, что вы думаете о каких-то материальных вещах, которые подобны спрашиваниям. Если вы брахмачари, то ваши органы чувств они должны быть под контролем. Вот Махарадж объясняет слово брахмачари, браман, значение похоже. Тот, кто браман, браман тот, кто имеет связь с Вишну Татвой. Если у них нет связи с Вишну Татвой, то или говорит, что просто у меня есть этот священный шнур, я там баняджи или бандхопадьяй, то это не показатель того, что человек браман. И поэтому в седьмой песне Бхагаватам я часто говорю эту шлоку. Двишара значит 6 умножить на 2, значит 12. Браман должен иметь 12 брахманских качеств, вот эти вышеперечисленные. На санскрите Махарадж перечислил все эти 12 качеств. Конечно, могут быть у брахмана, но если у него нет Кришна Бхакти, то такой брахман не брахман. Если он лишен Кришна Бхакти, то нельзя сказать, что он брахман. Випрат — это сравнительная степень. Випрат, дишарагуну, ютат, аравиндо, нава, падаравиндо, бимухат, сапачам бариштха, who is having his bhakti unto the lotus feet of Supreme Lord. Тот, кто имеет преданность лотосным стопам Верховного Господа, тот и есть брахман. Если брахман лишен Вишну Бхакти, то никогда он не будет брахманом. Конечно, есть много глупых людей, которые этого не замечают, но брахманом он не будет. И вот также брахмачари и саньяси все, они должны обнаружить связь с... Они все должны видеть в связи с Верховным Господом. Все должно быть такое. Наше мировосприятие должно быть в гармонии. Это зовется Гуру Даршан. Перед Гуру Даршаном, перед тем, как вы утвердились в Гуру Даршане, если вы будете ходить здесь и там, то это может стать причиной вашей обусловленности, поскольку если вы идете куда-то, то увидите Халка Даршан такой. Не Гуру Даршана, а нечто противоположное, легкий Даршан, это будет оскорбительно. И не утвердившись в Гуру Татве, если мы будем ходить здесь и там, даже вроде бы святые места, как Вриндава, но такие люди, ездя во Вриндаван, это подобно наслаждению, если кто-то едет во Вриндаван с наслаждением. Некоторые люди, вот мой Гуру Махарадж, например, к нему много людей приходило, и вот однажды я пришел, много людей пришло опять к Гурудеву, молились ему и сказали о том, что вот мой сын там
три раза экзамены сдавал по бухгалтерии и провалился, пожалуйста, благословите, чтобы он четвертый раз сдал экзамен. Кто-то жаловался, что дочь замуж не может выдать и просит благословений. Вот. В таком духе, в общем, и вот один человек, так преданный, так называемый, он говорит: «О, Махарадж, я тут из Вриндавана приехал». Но правда, Гуру Махарадж засмеялся, что правда из Вриндавана, да. Чушь там видели. То Вриндаван, конечно, хорош, киртаны там поют, но дорога просто отвратительная. Воняет там испражнениями постоянно, свиньи ходят под ногами, мешают, а эти обезьяны очки воруют и прочее. В общем, один негатив у него от Вриндавана остался. И когда он ушел, Гуру Махарадж сказал мне: смотри, он из Вриндавана приехал, смотри. И это его опыт такой. Он приехал из Вриндавана и видел только обезьян, свиней, испражнения, сломанную канализацию и все. Материалисты не всегда хотят каких-то физических удобств. Но те, кто преданные, они никогда не стремятся к этому в любую ситуацию, какой бы они ни находились, они чувствуют себя удобно, поскольку бхакти в их сердцах. You have your power, you can insult me, but be sure, with me, I am in Vasasana, my Guru Maharaj coming. И вот если кто-то оскорбляет меня, но я не обижаюсь, но Гуру Махарадж может обидеться, я могу привести пример с Минкетом Рамдасом, когда он достиг какого-то места, там был Гунарван Мишра. Брат Кришнадас Кавираджи, они не выразили ему почтения, и тогда этот Минкетан Рамдас сказал, что этот Лома Харшан Сута, который не встал, что он... И вот он его сравнил случай с тем, что когда Баларам пришел какое-то место, там Лоу Махаршан Сута не стал. И здесь этот Минкетан Рамдас тоже возмутился. И вот когда Минкетан Рамдас пришел, он уже... Нитянанда был в его сердце, эти чистые преданные, если они куда-то идут, то Гурдева, Парам Гурдева, Гуру Варгу, они носят в своем сердце, и если мы оскорбим его, то это оскорбление никогда не может быть прощено, как в случае с Дакшей. Когда Кша оскорбил Шиву, и в итоге потерял свое тело и все прочие заслуги, Шива, конечно, и все восстановил, но так случилось, что голову не нашли, у него голова козла оказалась вместо его. Он, конечно, прощения попросил, но все же полностью он не раскаялся, была какая-то зависть и невежество в его сердце. И поэтому он вынужден был опять родиться в форме Прачета Дакши. И вот он опять родился в форме Прачета Дакши и опять совершил оскорбление в адрес Нарады. В Бхагаватам это все описывается. И таким образом можно прийти к тому, что Вайшнава Параджа, если она... И вот Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что
Если сумасшедший слон Вайшнава Парадхи придет, то он может полностью вытоптать сад, в котором растет лиана преданности. Вот Кришна Дас Кавираджа с вами пишет. Or can dry up. You cannot have bhakti, you can become demon in that case. So this way actually, I already proved that without показал, что без преданности, what use? Our life is что толку нашей жизни, она бесполезна, лишь, если мы лишены Кришна Бхакти, значит, наше тело буквально мертво. Если украшать мертвое тело, то что толку? Mito dehasa eva mandanam, mandanam and decoration of a dead body with ornament, it is similar to that. Mito dehasa eva mandanam, lokaranjanam, it is only for show, what use. Follow what I say. This way, tulla ninda stuti mauni, when you are going to maintain equipoised condition, balance condition, your mind и is когда not мы irritated, находимся в гармонии, you are not going to give any, take any pratishtha, prestige from anybody, honor from anybody. Amani manodi, you like to give honor to everybody, but the duty of guru is to check disciple. Смотрите, обязанности гуру в том, чтобы помогать своим ученикам, чтобы контролировать их. Если этот гуру не может помочь своим ученикам, то это отдельное. Но ученики тоже должны следовать наставлениям гуру. И таким образом... Во Вриндаване, в Раджавасе, они поют такие прекрасные киртаны. Когда сантош, удовлетворение явится в нашем сердце, то никакие материальные вещи они не будут привлекать нас. И вчера я давал определение. Вот эту шлоку я объяснял. Вот, Махараш, ты забыл эту шлоку, когда вышел, то вспомнил. Наданти шасьяни мегха кадачи парупкарая сатам вибхути. И санскрит is such a language, you can remember. Санскрит это такой прекрасный язык, что если вы потеряете какой-то какой-то знак препинания или прочие какие-то галочки, черточки, то уже наданти, смысл искажен будет, а в бенгали будет наданти проще. Наданти сашани мега кадачи. Those clouds, they are not going to claim any share from you. Смотрите, облака не требуют оплаты за свой труд. И в Нитишасто есть также прекрасная шлока, то что... I can remember, I can speak to you. Okay, I can remember very shortly. So you see this way. Махарадж потом вспомнит эту шлоку. И вот из Шримад Бхагавата Махапурана я привел пример, и я сказал, что до тех пор, пока вы не развеете Гуру Даршан, если вы куда-то едете, это просто будет каким-то наслаждением, как кто-то не имеет подлинного Гуру Даршана едет во Вриндавана, то, что он там видит. Если Гуру Вайшнава, как мой Гурудев, не советовал никому ехать во Вриндаван, поскольку люди, едя во Вриндаван, часто развивают одни оскорбления. Во Вриндаване так много ограничений, Гуру Дхама, она гораздо более милостива. Но в Вриндаван Даме, Радхарани,
не может потерпеть никакой ошибки в служении ее Прананадху. Но здесь Гаурахари, он явился в милостивой форме. Он Аударджа Виграха. And Gauri is Audarja Pradhan. Pradhan means predominating factor is Audarja. Broadness. Но в Гора, you know, аватаре доминирует качество Аударья, качество всепрощения, качество великодушия. И вот сейчас I can go to я буду объяснять Гора Лилу в Нилачале. И вот можно вспомнить Гауранга Махапрабху, когда пришел в Нилачал, Махапрабху взял разрешение от преданных отправиться в Южную Индию. Я не буду подробно говорить об этом, а только кратко скажу, что когда Махапрабху отправился в Южную Индию, можно вспомнить. Там был случай с этими Бататари, эти сахаджи, уголовники, очень опасные, хуже, чем буддисты. И Кала Кришнадас был там, и по просьбе Нитянанды, это великодушие Нитянанды, в том, что Нитянанда всегда хотел спасать всех падших душ. И вот Нитянанда Прабху, он всегда думал о том, как спасти Джагай-матха и прочих грешников. А почему Баладев думал о Дурьотхане, как его спасти? В этом великолепии их милости не надо понимать превратно. День явления Баладева — это великолепная вещь. Баладев и Нитянанда не смотрят на падших душ, и чем более падший человек, тем больше Нитянанда и Гауранга хотят спасти их. И вот Гуртатва, она всегда в поддержку обусловленных душ, и поэтому вот Баладев, он всегда хотел спасти кого-то. И вот по просьбе Нитянанды, в итоге Гауранга Махапрабху, он взял с собой человека, который мог бы нести его одежду и командалу. Это был Кришнадас. И вот, но не тот Кришнадас, а другой. В общем, думали, кого взять, и Нитянанда посоветовал Кала Кришнадаса взять. И вот он нес командалу и одежду Махапрабху, поскольку Махапрабху иногда, пребывая в экстатическом чувстве, может потерять свою джапамалу или горшок с водой, или одежду, и поэтому вот слугу ему дали. И в итоге, по просьбе Нитянанды, Гауранга Махапрабху был готов принять Кала Кришнадаса как своего сёвака. И после этого, по дороге, когда Махапрабху совершал баджан, то где эти Бататари жили, Махапрабху совершал свой баджан, и этот Кала Кришнадас пошел к ним. Смотрите, состояние обусловленной души, Бхагаван там. И все же он не мог увидеть Бхагавана должным образом, хотя служил ему. Как Чипал Гапал, смотрите, они были в Навадвипе. Каждый день они видели, что Махапрабху идет принять омовение в Ганге, но это не был даршан Чипал Гапала. Материалисты, торговцы были там, продавцы сабжи, гирлянд, все видели Махапрабху, но у них не было представления о том, что Махапрабху, он Верховный Господь. И этот даршан, он несовершенен. И когда ваш даршан может быть поддержан милостью, это называется совершенный даршан, иначе даршан
слепой, вы видите, но смотрите, но не видите. И вот так Чапал Гопал имел Бхагавадаршан. Если бы он имел Бхагавадаршан, он... All the different red vermilion, everything in the gate of Sivaswan to prove that he is doing all Ravisana night time. Follow what I say. This way. So that is not actually Chapal Gopal. His darshan не было совершенным. Also, Devananda Pandit, his darshan was not perfect darshan. И Девананда Пандит, его даршан тоже не было совершенным, но когда он обрел милость, Вакришар Пандит пришел в его дом, и тогда Махапрабху, он простил его, иначе это было оскорбительно. И поскольку тот выкинул Шивас Пандита, когда тот слушал Харикатху, выкинул его из своей аудитории, поскольку тот начал испытывать экстатические чувства, и Махапрабху, узнав об этом, очень разгневался. Он хотел забрать Бхагаватам Девананда Пандита. Кто ты такой, чтобы читать Бхагаватам? И кто тебе дал право читать Бхагаватам? Махапрабху сказал так. Recite Bhagavatam, taking away. These are teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Now, the point I like to discuss. И вот это учение Шримана Махапрабху сейчас то, о чем я хочу сказать. Смотрите, эти Бхататари, они уже были сахаджими, и у них была женщина какая-то, а Кала Кришнадас был просто сердечным браманом, любой одурачить его мог. И вот его привлекли женщины, сказали, что у них с ними проще жить, чем с Махапрабху. И тут Кала Кришнадас ушел, кто-то сказал, что о, Прабху, ваш севак ушел к этим Бхататари. Махапрабху знает все, и Махапрабху пошел туда и сказал этим Бхататари, вы саду, я тоже саду. Почему вы тут беспокоите меня? Зачем вы совок забрали? Я ничего плохого вам не сделал. И они начали гневаться, вытащили ножи, чтобы убить Махапрабху. Махапрабху удивился и сказал, что они еще не сделали. И вот начали нападать на него. В общем, их топоры не смогли они повредить Махапрабху, и их топоры, в общем, сами не себя порубили. И Махапрабху нашел Кала Кришнадаса, взял его за волосы и притащил сюда. И вот смотрите, это обязанность гуру, обязанность наставника. Обязанность наставника не в том, что он будет позволять вам все ваши недостатки оставлять в вашем сердце. Будьте осторожны. В чем же обязанность наставника, гуру Вайшнава? Гуру Вайшнава, духовный наставник, они не позволят вам все ваши анартхи оставить внутри вашего сердца и дать вам милость. Что же это за милость будет? Сиддханта Шрила Прабхупады в том, что чистые гуру и Вайшнавы, они никогда не позволит ученику оставлять анартхи в своем сердце, проливая на него свою милость. И вот смотрите, я дал пример. Если вы не находитесь в моем положении, вы разгневаетесь, почему Махапрабху взял его за волосы, все хотим. Свободные могут делать все, что захотят, но Махапрабху все равно взял и насильно спас этого Кришнадаса. И в итоге он сказал, хорошо, сейчас, ну, в общем, сейчас служи мне до тех пор, пока я вернусь в Нилачал. Сейчас я спас тебя от Майи, но потом иди куда хочешь его, чтобы спасти обычных преданных от Майи. Это обязанность гуру Вайшнава. Если кто-то начинает гневаться, что Шрила Прабхупад себя вести не мог, и то все, что Шичета Читания Матхи случилось,
Один брамачарья там с девушкой, с женщиной какой-то переписывался. И вот однажды Шрила Прабхупада повторил Харинам Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. И вот Бхакти Виджай Бхавани, и однажды утром в 4:30, когда арати только началось, Шрила Прабхупада вышел из Баджан Кутира, пошел к мандиру, главному этому храму в Чайтанья Матхе, и зашел в алтарную. Все удивились, почему Шрила Прабхупада быстро идет, и зашел в алтарную. Открыл двери и зашел, поджарил из голоса. И вот он чуть поднял вверху Гуранги, и под его стопами была целая куча любовных писем. И вот Шрила Прабхупада сказал этому брамачари уйти. И вот это показывает ли это, что Шрила Прабхупада бессердечен. И вот он выгнал этого брамачари из храма в этом. И это случай такой был. Мы в этой парампаре, такие же качества должны быть внутри нас. И вот и по их милости такие же качества должны явиться в нашем сердце. Если у кого-то есть склонность к наслаждению, то я должен помочь вам избавиться от этих склонностей к наслаждению. И вот смотрите, таким образом все махаджаны, великие личности, те, кто, великие саду, если кто-то выступает против них, то они не обижаются. Но смотрите, Гуранга Махапрабху, он вернулся в Нилачалдаму с Южной Индии и сказал Нитянанде, что вот Нитянанда, забирай своего сынка назад, не знаю, что там случилось. Я был в Южной Индии, ты сказал мне, что его взять с собой, и вот и он оставил меня, присоединился к Бхататаре, чтобы общаться с ними, и поэтому не хочу его больше видеть. Но Нитянанда, он очень милостив, сказал Прабху. Нужен кто-то, чтобы носил сообщение с Пури в Навадвипу, и вот хотя бы этим делом его нужно занять, чтобы кто-то ходил в Навадвипу и сообщал новости о тебе. И вот он может этим заниматься. Смотрите, Махапрабху никогда не возражал Нитянанде. И еще пример я могу привести. Вчера я объяснял одну шлоку. И вот Валабхачарья, значит, Валабхбата. И вот Валабхачарья был домохозяином. After that, the Gosaiji took decision to take the Vigraha to Nathodwar. So I am not going to discuss. And they are great devotee, not that ordinary. Vallabhacharya commentary of Bhagavatam, you know. Vallabhacharya, он был великим преданным, он написал комментарий к Бхагаватам Валабхбата. И вот этот Валабхбата стал Валабхачарьей впоследствии, поскольку в его сампрадае он был ачарьей. Это Пуштимарг в Нимбарка Сампрадая. Пуштимарг называется.
знаете наверняка, что благодаря одобрению Гауранги Махапрабху он был ознакомлен с Гауди Бхаджаном. Не только это, он получил дикша мантру заново от нашего Гададхара Пандита по указанию Гауранги Махапрабху. Гададхара Пандит дал ему это, эти дикша мантры, поскольку раньше он был Балгопал. И потом, благодаря общению с великими преданными, которые совершают раса баджан, он совершал Кишор Кришна баджан. И вот во всей Вселенной вы не можете найти тех, кто находится в наставнической преемственности Гауранги Махапрабху, те, кто искренне, они могут обрести это величайшее сокровище. Другие будут, другие буквально помрут по дороге. И вот Вриндавана Стакур в этой шлоке говорит, что те, кто приняли прибежище лотосных стоп Гауранги на 100% или приняли прибежище него, вы должны прикоснуться к Бхагаватам и сказать. И вот Вриндавана Стакур говорит такие слова: те, кто приняли абсолютное прибежище, обычное прибежище каждый может принять, а вот абсолютное, это не так просто. Что без Гауранги у меня нет ничего. Как вы находитесь в... А если вы в процессе наводнения, если вас сносит потоком воды, и вы случайно по дороге встречаете баньяновое дерево и хватаетесь за ветки, и вот что же за чувство вы испытываете во время этого? In water current taking you, and by chance you get that in a the banyan tree. You get to support yourself. That kind of support you should. I have my monetary support in bank. I have my support. They are giving you charges. Наша... In the name of Acharya, they are giving you some. Вера наша. You are already fire. Надежда на спасение должна быть такой же, как утопающий человек, который сносит потоком воды, хватается за ветки баньянового дерева, и с такой верой он должен получать, он должен принимать прибежище у гуру и вайшнавов. А сейчас, к сожалению, часто можно видеть, что люди привлекают какими-то материальными вещами. From heart, if you feel well, he is the right personality who can save me from danger, imminent danger of my death. У нас должна быть такая непоколебимая вера в Гуру, что только он может спасти нас от неизбежной опасности. Гуру, дайвам на тасяд, намо чаяте жа самопетамитю. Who cannot save me from imminent danger? И тот, кто не может спасти нас от неизбежной опасности, он не гуру, не муж, не мать, не наш друг и не наш, не тот, в общем, кто может спасти нас от неизбежной опасности. Неизбежная опасность в качестве смерти, она приходит в нашу жизнь. И смерть может прийти в любой момент, если какое-то свидетельство. Смотрите, Парикшит Махараджу очень повезло, что его предупредили за неделю. И за эту неделю он должен подготовиться. Парикшит Махарадж, у него было 7 дней на подготовку, но если у нас, есть ли хотя бы несколько минут, чтобы подготовиться к смерти, в любой момент мы можем помереть. И будет ли у нас время подготовиться на все? Кхатванга Махарадж, он узнал о том, что ему осталось жить всего лишь 48 минут. И за это время тут две данды он подготовился к достойной смерти.
И для него это было достаточно. Он решил, и оставил все, и начал совершать Харибаджану. О, Господь, ты единственная поддержка. Достиг ли он успеха или нет? А почему мы не можем достичь успеха? Сарикхатванга, он достиг успеха за короткое число времени. А почему не мы с вами? Мы тоже можем обрести спасение. Имя Бхагавана, оно очень могущественное. Кто может помешать мне достичь Галоки? Вне зависимости от нашего происхождения, мы все равно можем обрести Бхагавана, если мы достаточно искренне попытаетесь возвысить себя до того уровня, не идите на компромиссы. Вы можете оставить меня, я все равно не смогу пойти на какие-то компромиссы. Это мое решение в этой жизни. И таким образом Махапрабху, Нитянанда Прабху очень милостив. И вот, смотрите, сейчас Валабхачарья, вначале он был Валабхатой, потом принял саньясу и выбран был Ачарьей этой сампрадаи Пушти Марга. Но так или иначе, будьте уверены, что Валабхачарья получил возможность принять Кишор Кришна мантру. Кришна в таком подростковом возрасте, эту мантру от Гададхара Пандита, благодаря позволению Гуру Хари. И вот он получил дикшу и все остальное. И этот Валабхачарья, он с Гаудия Сампрадая, но люди Пушти Марга, они не знают об этом, они говорят, что мы Пушти Марг, мы отдельные. Но Пушти Марг значит Рагануга Марг, но глупые люди. Смотрите, если будете изучать историю, то а в общем эти люди с той Сампрадаей, если они они, в общем, думают, что иметь связь с Гауди Сампрадай как-то непочетно, но я горжусь, что я из Гауди Матха. Это предмет моей величайшей радости. То, что я из Гауди Матха, я вот иногда с собой ношу шафрановую одежду, чтобы напомнить, что я из преемственности Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами. Мы должны помнить дни явления ухода нашей величайшей Гурварги. Мы должны всегда помнить их, как Брундав Госвами Махарадж, Сиддхартав Госвами Махарадж и прочие великие личности, или Шрила Кешава Госвами Махарадж. Мы никогда не знали об этом. Мы должны изучать их жизнеописание, их историю жизни. Жизнь моего Гуру Махараджа Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж был его младший брат в Боге. Я видел, с каким величайшим уважением он относился ему. Однажды в Пури, в Кшикшетре, я совершал какое-то служение, и тот, и Гурудев сказал мне: «Вставай, иди быстро, иди на праздник Мадхава Госвами Махараджа». Я сказал: «Скоро еще 10, еще рано». Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, что сегодня день явления Мадхава Госвами Махараджа, он великий преданный, и дал наставление мне, хотя был гораздо младший брат Боги, но с каким уважением он относился к нему, сказал, что у меня есть первая часть его жизнеописания, и, пожалуйста, принесите вторую часть. Смотрите, он у вас гораздо старше брат Боги, но все равно посмотрите его отношения. И тогда я понял, что такое Гуру Санга. Если я нахожусь с Гурудевом как глупец, я могу тысячи примеров с Гуру Махараджем привести. Что такое сатсанга, а что нет. То есть можно жить с Гурудевом, но не иметь представления, как совершать Гуру Сангу. Я много примеров могу привести, сколько учений я получил от этого Махапуруша, великой личности.
Он был настолько возвышен, настолько велик, настолько безупречен и неподражаем. И постепенно, по милости Гурупад Падмы, поскольку Гурупад Падма и Вайшнавы, они самосияющие, у вас нет права говорить что-то о Вайшнавах, Гуру Вайшнавы, они самосияющие. Они Сва-Пракаш-Васту, и об этом у нас нет права судить, это Сва-Пракаш-Васту. Гуру Вайшнавы оставляет за собой право не быть открытыми вашим органам чувств. Гуру Вайшнавы, они открывают за собой право не быть открытыми вашим органам чувств. Они могут открыться вам или не открыться. Это зависит от нас и от них. И это не так просто. Не думайте, что это что-то простое. И вот этот Валлабхабхата, он показал то, что я тоже совершаю сатсангу. Вы же знаете, Махапрабху, Рупа Госвами, Патанапам, они все были в его доме. В смысле, доме предыдущего вашего, в Аллахабаде. В Арайграме это было. И там Валлабхабхата был прежний дом Валлабхабхата, и там и вот по приглашению Валлабхабхаты и Рупа Госвами Пада Анупама, они все отправились туда. И Валлабхабхата, он хотел служить Махапрабху, делал все, что мог. Ну, такие простые вещи. Но подлинная сатсанга — это нечто более возвышенное. Подлинная сатсанга — это не значит, что можно кормить вайшнава. Это просто давание еды вайшнавам. Это не вся сатсанга. Обычные люди думают, что можно накормить вайшнавов, и все. И вся вайшнава, все закончилось, но нет. Или там одежды дать. Но вот на Хинди Махарадж говорил по Бхагавад-гите, там он это более подробно объясняет. И вот Махарадж недавно начал с прославления Гиты и говорит тут все подробнее и подобнее. Это записи на Ютубе есть. И вот после того, как я закончу говорить по Бхагавад-гите, я начну говорить о Упадешамрите. И вот очень глубокая философия там, если вы не понимаете шикшаштаку или манашикшу, или не понимаете упадешамриту, вы никогда не сможете начать баджан. Какие-то преданные. I can show that your bhajan is not at all started, not yet started. You don't know anything. You go to Sikkhamitra. You are hearing thousands of harikatha from me. Now it is the final result that you are going against me. Arey, I have green banana. I think nothing. Go. That is up to you. You can go anywhere. Get lost. I never think anything. Anyway. И вот Валлабхабхата, он Валлабхабхата внешне, он очень любил Махапрабху. Не то что, но смотрите, суть в том, Валлабхабхата, он всегда хотел какого-то личного почета и уважения, поскольку он происходил из очень знаменитой браманской семьи. Кто сказал эти слова? Это Кунти Деви. То, что Джанма Айшвария Шаута Шри, гордость вот этим своим происхождением из высокой семьи, богатство, шрута, образование, знания, Шри, красота внешняя. И ложное эго, оно держится на этих четырех вещах. On the pillar of these four, Janma, Isanjo, Suto, Sri, four pillars are there.
И вот на основе этого, это комната, точнее, ложное эго, оно держится на этих четырех колоннах, но Гуру Вайшнава, они делают так, чтобы это ложное эго, и его основа, оно разрушилось, и тогда вы обнаружите свое плачевное положение, иначе так и будете гордиться своим положением, образованием, красотой, и это просто ослепит вас. Наш Нараджа Махарадж, 10-я песня о Ямале Арджуне. Он рассказывает, что это Ямала-Арджуна была очень горды тем, что они сыновья Кувера, но были прокляты Нарадой. И Нарада, он говорил, смотрите, Нарада, и вот он говорил, что эти они полубоги, дети Кувера, как они, а как же они возгордились, не могут даже выразить почтение Риши Муни Вайшнавам, я должен проучить их. И вот со своей беспечной милостью он проклял их, но это тоже было великим благом для них. Когда Нарада проклинает кого-то, это подобное благословение. И вот Нарада сказал, то, что они слепы, это естественно, что из-за даридрам параманджанам. Анджан мин? И вот параманджанам значит чё? My mother used to apply black in small age, but now. Ну, смысл в том, что что богатство ослепляет. И вот в Индии есть традиция мазать глаза каджалом, чтобы зрение улучшалось. И вот Нарада сравнивает, что те, кто ослеплены из-за своего богатства, if I can make them poor, если они станут бедны, то они не будут уже ослеплены своим богатством. Я поэтому прошу не стремиться вас к богатству, поскольку богатство сделает вас верблюдом или совой. И вы ослепните, я никогда не стремился к деньгам. Если кто-то дает, то я принимаю. А лично я никогда не стремился к деньгам. Я знаю, что Гуру Хари организует все для меня. И вот и вот Ваман Госвами Махарадж эту шлоку повторял часто. Почему эти саду, они слишком привязаны к своей одежде, к еде, к запасам чего-либо? Ваман Госвами Махарадж, он смеялся над этим. Но в моем случае всегда случается, что как-то само по себе приходит. И вот смотрите, Ваман Госвами Махарадж смеялся и говорил. Вайшнавы, они, если слишком привязаны к тому, чтобы организовать свою еду, ну и прочие запасы чего-либо, то это нехорошо. Махапрабху, он Вишамбар, если он может позаботиться о всей вселенной, то как он не позаботится о нас? Useless. We can get everything.
мы можем обрести все, Бхагаван, он позаботится о нас, он даст нам все. И вот Валабхачари однажды, он очень любил Махапрабху, но выражал ложное эго и пратишту. Ты из высокой семьи, великий пандит, и вот Махапрабху, он как выражал ему почтение, чтобы потешить его эго, что ты из высокой семьи, ты великий пандит. Но не понимал, что Махапрабху обманывает его. Однажды он пришел к Махапрабху, хорошо. Почему ты пришел? И вот он спросил, почему тот пришел. Как Кришна говорит Гопи, скажите причину, по которой вы пришли ко мне. Позвал нас и теперь спрашивает, зачем мы пришли. И в итоге Валабхачари, он сказал, я составил комментарий к Бхагавату, Бхагаватику. И сказал, что я не могу принять комментарии Шридаса с вами. И поэтому вынужден, вот он только сказал это, смотрите перед Верховным Господом, если посмотреть на Махапрабху, никто не мог посмотреть на Шрилу Прабхупаду. Я слышал от моей Гурварги, никто не мог пойти к Шриле Прабхупаде, настолько он был такой мощной личностью. Все просто боялись подойти даже рядом. Если вы придете к чистому Гуру Вайшнаву, Гуру Вайшнаву, они, их видение подобно рентгену, они видят все, что в их сердце, и некоторые гневаются на Гуру Вайшнаву, поскольку не могут их одурачить. If you come in front of me, I can X-ray. I know what is there inside your heart. Accordingly, I can behave. So, in front of that Supreme Lord, и вот перед этим Верховным Господом Парад Прахилешем Гурухари, как он посмел сказать, что не мог принять комментарии Шридаса Госвамипады, вот написал свои. И Махапрабху был удивлен, что ж ты несешь. Ты не можешь принять комментарии Шридаса с вами. Джагадгуру Шридаса с вами. И ты не принимаешь его. И ты подобен той женщине, которая не принимает воли своего мужа. И та женщина, которая не принимает своего мужа, она подобна проститутке. И вот Шридас Госвамипаде, у Шридас Госвамипаде в шастрах говорится, что он обрел милость Нарисимхи. Я знаю это место, где он обрел эту милость. А после Балешвара там... Не Римуна, а другое важное место, там он обрел место, обрел милость Нарисимхи. И там и вот Шридас Госвамипад, я был в его доме, и вот Шридас Госвамипад, он Balishar, after that Balishar, one station, very important, I always speak, now forget. Balishar, there one hill is there. And hilltop, И вот на... Shidasaipad used to do bhajan. На вершине этого холма Шридас Госвамипад совершал баджан, и однажды Нарисимха явился, чтобы даровать ему милость. Бадрак как-то. Бадрак. Бадрак место. И вот на том холме, там место баджана Шридаса Госвамипада,
И в итоге, это долгая история, времени мало. И однажды Нарисимхадев явился к Шридас Госвами Падо и благословил его. И вот Шридас Госвами Пад, он знает всю суть Бхагаватам, поскольку обрел милость Нарисимхи. А ты игнорируешь его, то ты подобен проститутке, которая игнорирует своего мужа. Я два случая могу привести. Если вы оскорбите, оскорбление Гуру Вайшнавов очень опасно, Махапрабху оставил его. Махапрабху не был готов что-то слушать от ничего, раньше он уважал его. И сейчас Шридас Госвами Пад сказал, если вы совершите Вайшнава Апарадху, то ваш разум покинет вас. И вот meaning of, you know, Krishna Nam. You like to hear? Mahaprabhu, I have no right, I am foolish number one. I am not educated actually. So I have no right actually, I only know Nanda Nandan Krishna Yashoda Nanda, this much I know. I have no, you know. И вот однажды кто-то пришел к Махапрабху, сказал, что может объяснить значение имени Кришны. Но Махапрабху, so while somebody doing Vaishnava Prabhu, I also ignore him. Махапрабху, он сделал вид, что он не образован и, в общем, ничего не сможет понять, поэтому не надо ничего объяснять. И вот однажды я... I am biased, you know, my brain is not working, I am not educated. I have no adhika, I have no right to hear. You go to some Pandit class. Because Mahaprabhu, you know, he always like to establish his scholarship in front of me. One day again coming, well, Prabhu, in front of Advaita Gosai. И вот перед Адвайта Гасаем, в то время из-за Радха-ятры все преданные были там, Нитянанда, Адвайта и все остальные, однажды. И перед Адвайта Гасаем он говорит, в индийской культуре, в ведической культуре правило, что жена не должна произносить имя мужа. И почему ты говоришь имя мужа Кришны? Кришна нам ты не должна повторять, поскольку Кришна, он Джагат-гуру, Джагат-пита, отец всего мира. И почему ты... И вот Адвайта сияние Адвайта Гасаи было таково, что он сиял подобно 10 миллионам солнц, но его сияние было такое холодное, не обжигающее, а холодное. И вот Валабхачарья сказал, как ты можешь повторить имя Кришны, Кришна, и муж Кришна, он, то есть в ведической культуре жена не должна повторить имя мужа. И Адвайта Гасаи сказал, перед тобой сияющий пример Махапрабху. Адвайта Гасаи показал на Махапрабху и сказал, что перед тобой олицетворение дхармы. И ты можешь спросить его. Адвайта Гасаи сказал так. И Махапрабху был очень опечален, поскольку... Ну, и вот он сказал. И Махапрабху ответил. Если ты Пативрата Рамани, благочестивая женщина, смотрите, вы должны помнить
все учения Махапрабху, если хотите стать успешными, много вопросов приходят, мне нужно на все ответить. И если отвечать на все вопросы, то целая книга получится. И вот Махапрабху говорит Валабхабхати Валабхачарья, если ты целомудренная женщина, то какова ваша твоя обязанность следовать наставлению мужа? Да. Если муж сказал повторять, произносить его имена, то что женщина должна сделать? Что его жена должна сделать? Поскольку обязаны целомудренные жены исполнять указания мужа, если муж сказал повторять Хари Кришна Махамадру или имена Кришны, то их нужно повторять. И таким образом, всегда и везде Махапрабху, он... наоборот, точнее, вот этот человек пытался что-то доказать Махапрабху, но Махапрабху всегда его всегда ставил на место. Марьяда — это этикет вайшнавов, у них есть свое могущество, престиж. Если вы будете игнорировать это, то вы будете наказаны Ямараджем. И еще один пример, связанный с этой лилой, может чуть сериальность не поддерживается, но все это связано с... в этой лиле все связано. И вот можно вспомнить, Валабхачарья, он был оскорблен Махапрабху. И в итоге, когда он пришел к Махапрабху, он думал, раньше Махапрабху выражал мне большее почтение, а сейчас почему нет? И потом он понял, что сам хотел как-то утвердиться перед Махапрабху и, в общем, пошел, попросил прощения у Махапрабху. Извинился за свои оскорбления, и тогда Махапрабху очень стал счастлив и сказал, что ты из знаменитой семьи, ты великий пандит. Эти два качества... inhuman activities, amanusik kaj, that you can insult Guru Vaishnava everything. Ну, в общем, если гордиться своим происхождением и образованием, то такие люди не из-за своей гордости могут оскорблять других. И с сегодняшнего дня не гордись ничем, если вообще. Если ты хочешь написать какой-то комментарий к Бхагаватам. Ты должен сначала изучить комментарии Шрила Госвамипада, изучить его изначальные комментарии и ни в коем случае не оскорбляй его. Если ты можешь следовать ему и как-то его комментарии написать более доступно и понятно, кратко, то это будет гораздо лучше. И вот Махапрабху пытался как-то исправить оскорбление Валабхачарьи, и Валабхачарья, он принял новую мантру от Гададхар пандита Кишор Гопал мантру, и ему можем сказать, хотя он был Ачарьи Пушти Сампрадай, Пушти Марга, но все же находится в нашей преемственности, а эти люди, они не знают. И другой случай, можно вспомнить, что в начале всего Рупа Госвами пришел, я не... Это впоследствии буду рассказывать о его лиле. И когда Санатан Госвами пришел в Нилачал Даму, Санатан Госвами принял прибежище. Там у лотосных стоп Харидас Такура, поскольку Санатан Госвами говорит, я падшая душа, всю жизнь я совершал асад-сангу, и у меня нет права. И только Намачарья Харидас Такура, он
Я хочу принять прибежище у него, и вот Санатан Госвами пришел из Вриндавана и находился там с Харидас Такуром, его Баджан Кутири. И вот каждый день ништагошти происходили между Санатаной и Харидасом. И что же делать, я не знаю. Махапрабху и Харидас Такур говорит: ты очень удачлив, поскольку Махапрабху в его сампрадае дали вам место во Вриндавандхаме. И вот однажды, всю историю я не могу рассказывать, кратко расскажу все, что связано с этим. И вот, Санатан Госвами развил какую-то проказу, его кожа так... Кожа была в таком больном виде, вот он заразился чем-то по пути через Джараканд. И вот он как-то всячески был осторожен, чтобы никак, никоим образом не задеть Махапрабху, поскольку считал это оскорбителем. И чтобы не совершить никаких оскорблений, он себя держал вдалеке. И Махапрабху все равно приходил, где же Санатан, и обнимал его. И этот гной с его кожи оказывался на теле Махапрабху. И Санатан плакал: что же делать, ты подходишь мне, обнимаешь меня, я болею проказой, я пытаюсь как-то избежать этого, я все равно вынужден совершать оскорбление. И Махапрабху сказал: Санатан, прикасаюсь к тебе, я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. Я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. Я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. И вот Господь сказал: та чистота, которая внутри тебя, даже у меня ее нет, и поэтому я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. Смотрите, что говорит Махапрабху. И вот времени мало, я... Хорошо, каждый день Махапрабху обнимал его, и Санатана плакал. И Санатан говорил Махапрабху, что Махапрабху сказал: завтра буду говорить об этом. И Махапрабху сказал: когда я первый день, когда я обнял тебя, ты сказал, что какой-то дурной запах исходит из своего тела, гной выходит. Но поверь мне, в первый день, когда я обнял тебя, я почувствовал запах чандана, чандана, камфоры и прочих благовоний. Это говорит, что твое тело бесполезно и так воняет, но нет, я этого не вижу. И вот Махараш на другую тему переключается. И вот Санатан Госвами был очень опечален, решил, вот Ратха-ятра будет. Я во время Ратха-ятры кинусь под колесницу Джаганатха и таким образом оставлю свое тело, поскольку что толку жить в этом теле, если я не могу совершать достойного служения Махапрабху Антарьяме. Он знает все, он знает, что за решение принял Санатан. А вот Махапрабху пришел, Санатан, что ты думаешь, о Прабху, что случилось, как все случилось? Что случилось? Your body is my property. Твое тело — это моя собственность. Right or not? Правильно или нет? What do you mean? Что это значит? Твое тело — это мое тело, поскольку ты предался мне через атма самарпан, твое тело стало моим. И что делать, что не делать?
Как использовать твое тело, это, это мое дело. Кто дал тебе... Как ты посмел решиться на самоубийство? Зачем ты обманываешь меня, о Санатан? Если я... Если с помощью самоубийства можно было бы достичь Кришны, я бы уже тысячу раз совершил самоубийство. Но это совсем не так. Поэтому, Санатан, твое решение полностью неправильное. Ты должен думать, что твое тело стало моим. Если ты предался мне, то все, что у тебя есть, это мое. Но ты не делаешь так, если ты просто говоришь, что посвятил все мне, но это ложь, поскольку ты собрался совершать самоубийство. Игнорировав мои желания. Because I cannot eat your property. I can use for Krishna Seva. Or I can ignore you. When I find you are running in a fanciful way. I can ignore you, throw you out. Wherever you like, you can go. So Sanatan Gosai. И вот Sanatan Gosai. Just paid up. Он опечален был. Not going to obey. Every day Mahaprabhu. И вот что случилось. Махапрабху обнял Санатану, и Санатан... И вот к случаю с Джагатананди. Я сейчас... И вот Джагананда... Впрочем, завтра будет тема Джагананди Пандити. Джагананда... Санатан встретился с Джагатанандой и спросил: «О, Пандит, что делать? Я... Махапрабху не слушает меня, он приходит, обнимает меня. Я боюсь, что из этих оскорблений... Я боюсь совершать эти оскорбления». Но то, что Махапрабху обнимает его, тут болен проказа, и вот... И тот сказал: «Смотри, у тебя есть место в Вриндаване, почему бы тебе туда не уйти?» И тот сказал: «Хорошо, хорошая идея, и поэтому после Ратхаятры я уйду во Вриндаван, и поэтому так лучше в безопасности находиться с Махапрабху». И когда Санатан говорил с Махапрабху, Санатан случайно сказал, что я взял совет от Джагатананды, что после Ратхаятры я уйду во Вриндаван. Что ты несешь? Ты у Джагананды взял совет. Это вчера только родился. Какие советы он может тебе давать? Ты великий пандит, такая возвышенная личность у тебя. Ты думаешь мне давать наставления, а что ты делаешь? И вот когда Махапрабху начал идти во Вриндаван с Гаурадхамы, Махапрабху хотел отправиться во Вриндаван через Малду. Гаурешвара. И Санатан Госвами в итоге сказал: «О, Прабху, с тобой тысячу людей идут, и таким образом как ты можешь отправиться в Вриндаван?» На Бенгале написано: И вот парипати, значит, нехорошо. Когда тысячи людей следуют тебе, ты не можешь... Во Вриндаване в этом случае не будет ничего хорошего. И вот Санатан... И вот, в общем... В общем, it is not the procedure that one should go
to visit Vrindavan. Follow what I say. That's why. Ну, в общем, во Вриндаван передумал идти. По крайней мере, вот в это время, после Радха-ятры, решили не идти во Вриндаван. И Махапрабху дошел до Канайнатшалы, и потом в Пури пошел. И вот Махапрабху сказал: смотри, ты такое хорошее наставление мне дал, а кто он, чтобы тебе давать советы? Он даже не знает, кто он такой. И пытается давать тебе советы, и Санатану было неудобно, и сказал: о Прабху, сегодня я знаю, ты обманываешь меня, ты хотел выразить мне почтение, и ты любишь Джагат Ананду всем сердцем. Когда смотрите, Гуру Вайшнавы ругают вас, бьют вас, говоря, что нельзя туда ехать или сюда, не гневайтесь, как демоны. Вы должны думать, что это любовь Гуру Вайшнавов, и они подобно отцу и матери дают нам такие наставления или запреты. Гуру Вайшнавы, они подобны десяткам миллионов отцов и матерей. Если взвесить их, то вайшнавы, их любовь и забота, они перевесят. А если мы глупы, то не сможем этого понять. Вот смотрите, можно часто видеть, какие-то очень глупые люди пытаются, хотят совершать харибаджан, но харибаджан не что-то дешевое. И вот Махапрабху говорил, и много раз до этого я говорил, Махапрабху сказал: и вот если кто-то I cannot bear. Even at the time of Mahaprabhu, I can show you. While at the time of Prasadam, there is some great. И вот смотрите, даже во время Махапрабху, Махапрабху садились в соответствии с своим уровнем и положением. А сейчас как эти ракшасы, демоны, как попало, садятся, даже брамачари с мата же в перемешку сидят. Такого порядка уже нету, как раньше было. Конечно, все могут собрать денег, но где же найти такой достойный этикет? Если вы достаточно удачливы, то тогда по милости Гуру Вайшнава вы обретете это, и то после обретения можете потерять эту амриту из-за своей неудачи. И если совершить оскорбление вайшнавов, то это тоже станет причиной падения. И вот Махапрабху говорит: я не могу потерпеть, если кто-то выражает неуважение к вайшнавам. Я не могу потерпеть этого. И не могу простить такого человека. Кайвалла наракаяте, тидаса пура каса пуспаяте, дуддантендрио кало сарпа патали праткатадан страяте, бидхи махиндаддишча китаяте, вишампурно сукаяте, ят коруна катакша бхивабатам, там гаура мевастумуху, ванча калпатарусе кепасенды бхавича, пачичананг павана бхавишна бьонаму. Tomorrow I can discuss some another point, different angle. Today I relate. And the sloka I yesterday told, that also I couldn't explain. Tomorrow you can remember.